На улице Кирова продолжается замена асфальтового покрытия. Чтобы доставлять жителям меньше неудобств, ремонт идет преимущественно ночью и в сжатые сроки. Ход работ проверил исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков. Несколько грузовиков, машина по укладке асфальта, два дорожных катка и бригада рабочих. Техника и люди передвигаются по улице, оставляя за собой новый слой асфальта. Толщина покрытия, как требуют нормативные документы, 5 сантиметров. Технология простая. Снимается верхний слой покрытия, слой износа так называемый, фрезеруется. И укладывается новое покрытие. Материал стандартный, асфальтобетон B2, как в принципе на всех наших дорогах. К выполнению работ привлечена подрядная организация. Площадь ремонта 23,5 тысячи квадратных метров. Асфальт укладывается от бордюра до бордюра. В городе ведутся работы объемом порядка 180 миллионов финансирования по разным объектам, по разным районам города. И, конечно же, это те дороги, которые требовали ремонта, были уже достаточно изношенные. Это план на этот год. На следующий год, конечно же, работы будут продолжены. Работы идут и днем, и ночью, но преимущественно в ночное время, когда меньше трафик. И, соответственно, невелика вероятность образования пробок. По планам строителей, ремонт дорожного покрытия на улице Кирова будет завершен в течение недели. По завершению работ есть специализированная организация, лабрадор так называемая. Она будет брать керны, выбирать качество асфальтобетона и качество выполненных работ. Управление дорожного хозяйства примет объект, как только специалисты по итогам экспертизы асфальта выдадут положительное заключение. Согласно гарантийным обязательствам подрядной организации, новое покрытие должно прослужить 5 лет. Алексей Аврамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.